Здорово, народ, с вами MixDan. Сначала по традиции немного рекламы. Как многие, наверное, знают, у нас существует два основных направления. Первое – это игры, второе – это фильмы, обзоры и все остальное. По каждому направлению у нас существует канал или сообщество. ВКонтакте, Ютубе, Рутубе и в Яндекс.Дзене. Ссылки приложу в описании. Если вам интересно то, что мы делаем, то прошу поддержать нас подпиской. А теперь перейдем к делу. Сегодня мы продолжим историю бандитского Екатеринбурга. О чем была первая серия, останавливаться не буду. Все есть на канале. Во второй серии кто-то подкидывает любовную записку под дверь нашего героя. Между улиц, Вольфганг. Он же сейчас должен быть на своем месте. Ну ладно, я поверю, что... Он же собирает самые крутые гаджеты у себя дома. И выходит проверить, что же ждет его на улице. Припарковавшись к разбитому авто, главный герой становится свидетелем встречи того самого кабана и какого-то парня. Он решает проследить за вторым. В итоге провожает его до самого дома. Затем наш парень наведывается к подпольному оружейнику. Здорово. Че, новое оружие завезли? Да, вот только привезли. Не забарахлит? Да не забарахлит, не боюсь. Тогда... Держи. Хватит этого? Вполне.
Ну, бывай. Бывай. Водите! Вот. Вот кого. Вот деньги. Это договаривались. Да. И с новой пушкой вламывается к своему конкуренту. Есть, есть. Ты кто такой? Меня пришло лагать. Где деньги? Не скажу. Где деньги? Да вон же они на столе. Ах, не скажешь. Ну ладно. Вот, вот, тебе, вот они, вот они, вот они. Как сразу? Что, деньги за мой табак хотел забрать? Говори, будет еще сделки? Нет, все, все, не будет, не будет. Не будет? Не будет, не будет, обещаю. Ну ладно. Эпичной смерти не придумаешь. Выбрал такое странное место. Блин, сейчас бы джинсы не порвались. Да, наш герой идет на крутую стрелку, но в то же время переживает, как бы не провались его джинсы. Блин, сейчас бы джинсы не порвались. Отстой целое состояние. Ой, да кому ты пиздишь? А то мы не знаем, что будет, если ты порвешь джинсы. На улице на нашего парня снова нападает пухлый. Оставляй деньги на месте. Ты кто? Кальява. Разве не видно? Разве не видно? Да бля, вы сами там уже запутались, кого ты играешь. Кальяра, кабана или кого там еще. А ты думаешь, почему Аркадия нет? Может, ты его убил? Да. И тут снова в голове нашего героя прокручивается тактика боя. И он выходит из, казалось бы, безвыходного положения. Теперь ты сможешь валить отсюда. Ты так думаешь, да? Да, ты сможешь валить отсюда. Блин, да это самая идеальная имитация выстрела. Следующий звук, который они подставили, можно было вообще не подставлять. Да и вообще этот звук можно использовать для любого оружия. Что теперь можешь? Нашего героя снова ранили в обе ноги. И он, как и прежде, в следующем кадре уже восстановил свое здоровье, как Росомаха, ну или Дэдпул. А на сегодня у меня все. Впереди нас ждет еще заключительная третья серия. А с вами был MixDN. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока!